Это зимняя жердица. Вот. Сделано вот зимняя жердица. Много кто не знает вообще, как она делается. И вопросы задают. Вот оливка, грузик. Вот поводок. Потому что эту штучку начинаем. Ближе подходи. Вот сделан резиночка вот такая. Хорошо видно? Угу. Резиночку снимаем на поводок. Сняли. Двойник отцепляем. Потом берем живца. Просовываем ему через жабры просунули, берем двойник, хорошо пошли? Видно? Двойник берем, обратно в эту петельку, раз, готово, где у нас резиночка? Да, у нас укатилась. Вот она резиночка. И эту резиночку обратно сюда, чтобы двойник не слетел. Раз, и готово. Все. Живец у нас сидит на месте. Целый, невредимый. Ну, это, конечно, не живец. Чубачок будет поменьше. Все. Живец у нас плавает целый, невредимый. Пожалуйста. Потом также, когда рыба попалась. Или живца поменять, или что? Снимаешь. Все, 3 секунды. Делов. Вот он поводок. Вот он. Все. Одеваем. Защелкнули. Ну и резиночку обратно. Вот и все. Паш, снимаешь? Да, снимаю. Вот оливочка, грузик и поводок. Сантиметров, наверное, 20. Сантиметров 20 поводок. Если на озере, на дно смысла нет ложить. Живец закопается в траву, либо вы на озере приподнимаешь немножечко, чтобы живец плавал. Вот он плавает. Делается вот такая вот намоточка. Намотал, сколько тебе глубины надо. Намотал глубину. Здесь имеется прорезь. Намотал прорезь. Вставил, жерлицу опустил сюда, палочку и на лунку вот сверху. Рыба клюнула, шлеп и пошла разматывать. Она разматывает, все, встало. И это висит на палочке в лунке. Все, потом просто вытащил рыбу, обратно их смотал. Все, замотал обратно. Точно так же. Пролезь. Раз, живца поменял. Все, на палочку, на лунку поставил. Даже если она замерзнет в лунке, потом ее можно просто тишню или топором рубить и вытащить. Вот она будет стоять. Поклевка и пошла размотка. Для тех, кто не знает. Все, спасибо.